Выдающийся мыслитель Николай Александрович Бердяев был острым критиком взглядов русской революционной интеллигенции и событий 1905 и 1917 годов. За это его арестовал и лично допрашивал Феликс Дзержинский, за это его в 1922 году выслали большевики на так называемом философском пароходе подальше от Родины. С 1925 по 1940 годы Николай Александрович в Париже редактирует журнал русской религиозной мысли «Путь». Именно в статьях и работах той поры он часто подчеркивает величие и отличие русской литературы от литературы западной. Вся наша литература XIX века ранена христианской темой. Вся она ищет спасения, вся она ищет избавления от зла, страдания, ужаса, жизни для человеческой личности, народа, человечества, мира. В самых значительных своих творениях она проникнута религиозной мыслью, пишет философ. А за две недели до своей смерти, в марте 1948 года, Бердяев закончит свой труд «Царство Духа и Царство Кесаря». Истина, единая цельная истина есть Бог, и познание истины есть вхождение в божественную жизнь. Николай Бердяев.